Около КПП в Токмаке в контрабандиста по имени Аскат стреляли люди некоего депутата ЖК по кличке Чемпион. Стрельбу в погранслужбе отрицали, но редакции удалось доказать обратное. Пострадавший написал заявление в ГКНБ. Идут разбирательства. Около Джугурко-Кинеша прошел митинг коллектива врачей отделения микрохирургии глаза номер 1 нацгоспиталя. Они требуют возбудить уголовное дело в отношении завотделением Салтанаты Манбаевой, которая, по их мнению, превратила отделение в частную лавочку. В ДТП пострадал экс-министр транспорта Арганбек Малабаев. Авария произошла 27 января в ущелье Белогорка. Водитель не справился с управлением и съехал с трассы. Машина упала с высоты около 10 метров. Он погиб, остальные в больнице.